Привет! Мы хотели вам рассказать о номере в отеле Берди, да, который находится в Пардубице. Да, наш номер 19. Да, на втором этаже, там вот внизу находится вход. Рецепционисты там живут. Да. В общем, мы поднялись на второй этаж и пойдем к нашей комнате. Тут такой уголочек, если кто-то хочет посидеть. Ух, как темно. Ну вот, заходим внутрь. И сразу по правой комнате у нас туалет с ванной. Ванна и туалета. Вот такая вот ванна, достаточно просторная. Ванная с душем. Душ большой. Да, только за дополнительную плату, если мы хотели поменять категорию номера. Да, почему-то дороже. Ванна у нас в этот раз дороже все идут. Стаканчики, какие-то фрики. Все это здесь есть. Туалет, пакетики, мусорничек небольшой и сушилочка. Пойдем. А, вот при входе есть также такая вот прихожая с крючками. С крючками, что хорошо, удобно. Дальше мы проходим, видим, тут для чемодана такая скамейка. Да. Длинный стол. Длинный стол, можно прям посидеть. Удобно. Даже если у кого-то в путешествии два лаптопа, можно даже не подраться за этот стол. Не драться. Телевизор. Плоский. Со пультом. Да. Бесплатно. Есть Wi-Fi. Очень жарко. Очень Wi-Fi. Батареи жарят вообще колоссально, да. Не замерзнете. Подожди. Ну вот, да, удобно залазить. Открывающиеся окна. Если, да, так понимаю, солнечная сторона, можно жалюзями завешать. Вот. Ну, конечно, на кровати идти сомнительное удовольствие. Да, тут надо немножко приловчиться. Есть тубочка с одной стороны, тубочка с другой стороны и также лампы. Угу. Постельное белье выглядит чистым. Ой! Я чуть копчик не сломал. Что такое твердое? Очень тонкие матрасы, если они тут есть. Или они очень тонкие? Не, наверное, тоже очень жесткие. Такое ощущение, что я на полу сижу. Ну да ладно. Так, вот забыли сказать, что в углу есть холодильник спрятался. Да, он скромный, он спрятался в уголке немножко так. Я не покажу. Так, шкаф. Огромный кладовой шкаф. Номер как бы маленький. Да, по меркам номер небольшой. Небольшой. Есть огромный. Полка одна. И есть три вешалки. Четыре вешалки. Можете повесить все, что хотите. Можно лошадку причесать. Ага. Можно собачку причесать. Ну, это тоже такая прикольность. Можно шить что-нибудь, пока живешь. Да. Вот. И внизу что это такое? А, есть еще такая. Есть еще шуфлядка. Шуфлядка! Не закрой, не открой. Лучше не лезь туда. Ну, в общем, ладно, это все стёб. Вокруг кровати есть две тумбочки. В этих тумбочках есть шуфлядочки. Вся комната выкрашена в желтый цвет. Такое солнечное впечатление. Мне лично нравится. На вкус, да. На цвет стекломастера разные, но мне нравится. И за счет того, что сегодня солнечная погода и атмосфера в номере достаточно веселенькая. Очень приятненько. Вот. Ну, конечно, по сравнению с предыдущим отелем, этот намного лучше. Прям даже несмотря на сплошенный потолок. Хотя вот я маленького роста, я туда в это без сгибания не попаду. Ну, туда человек до 1.50 м, наверное, тогда пройдет. Ой, не думаю. Ну, наша догадка. Короче, вот. На вторую часть кровати нужно ползти.
Это не очень удобно, но таких номеров много. А по, все, по всей длине, да, то есть фактически все такие. Это такой архитектура такая. Ничего ну, не сделаешь с этим. Три звезды. Сельский вариант. Гостиница, хотим напомнить, три звезды. Есть ресторан внизу, интересный, симпатичный. Да, вот, мы там попили кофеечек, неплохо. Вот, ну, тоже может каждый попробовать, как ему хочется. Еда довольно разнообразная, выбрать из чего есть. Есть основное. Цены средние, не дешево, не очень дорого. Угу. Да, предложение дня было выгодно, но оно только с 12 до 2. То есть уже все. Если вы в это 2 часа не успели, то селява. Вот. Ну, короче, это не к номеру. В любом случае, это вы можете попробовать сами. Да. У нас еще включен завтрак. Может быть, мы еще и завтрак заснимем, если получится. А если не получится... Ну, приятного аппетита. Да. Ну, носим. Вот. Это еще кусочек информации от нас для вас. На ладошках. Для себя снимали. Вам показали. О, какой тут номер. Потому что хорошие люди. Должны быть хорошо информированы. А мы с вами будем прощаться. Прощаемся. Пока-пока. Лайки, подписки, комментарии.